ребята, сегодня у нас такая машинка. Вот такая. Так, нужно убрать. Так. Да. А что в другой руке? Вот что, рука. Что в плечке? Вот. Вот, смотрите, как у меня получается. Как обалденно просто. Трансформируйте. А еще, если собрать целую коллекцию этих роботов, можно собрать вот такого вот огромного робота. Ага, из фуры он еще состоит. И из мопеда, и из этой скорой, из какого-то экскаватора пожарного. Вау, ничего себе. Даже мигалки работают. Какая пожарка интересная. Угу, даже вот еще есть. Как открыть? Даже мигалки снимаются как-то. Дух! Их можно заменить, да, эти мигалки? Угу. Так как? А, тут не открываются двери. А здесь, смотри, пожарный шланг есть, да? А ну давай посмотрим, какой он. Вот такой длинный пожарный шланг. Ага. И... А смотри, можно и... его даже наматывать, да? Да, уже? воду еще можно. Да, действительно, это пожарная машина. Можно ее набрать водой, и будет она тушить огонь. Пожары будут тушить. Такая пожарная машинка. Да, даже лестница есть. Угу. Я думаю, что это будет. Так, лестница, по-моему, здесь на 1,5 метра выдвигается. Все. Вот такая вот замечательная пожарная машина.
А где опоры стоят? Вот тут они. Вот сюда надо их ставить. Смотри, открываешь вот здесь. А, вот, вот сюда, вот видишь, вот сюда. Одна сюда, одна сюда. С другой стороны также. Ну, сегодня на нем будем тушить пожар на розку, которую. Закрыли, заправили наш бак водичкой. И теперь едем тушить пожар. Да? Включай сирены. Сейчас. О нет, у нас пожар. Срочно его нужно потушить. Кто-то здесь разжег огонь. Так почему не работает? Срочно тушим. Тушим пожар. Почти потушен. Ну уже давай, пожарный Саша, потуши огонь. Сейчас. Потуши наконец-то этот пожар. Сейчас. Пожар! Срочно тушим его! Горит? Он еще горит, еще не потушен. Он еще горит, еще дымит, нужно потушить. Где? Ну дымит же, дымит, туши, туши, туши. И? Все, пожар потушен. Какой же ты молодец, пожарный Саша.